Глава партии «Свободные демократы», бывший министр обороны Иракли Аласания, накануне отправленный в отставку, заявил, что его партия выходит из коалиции «Грузинская мечта». Об этом он заявил после заседания политического совета коалиции. За последними событиями следит наш СОБКОР в Грузии. Напомню, ранее в отставку подал министр Петриашвили. Сегодня к нему присоединилась министр иностранных дел Панджикидзе. К ней может присоединиться член партии Аласания, министр юстиции Цулукиани. Если это произойдет, парламент должен вынести вотум доверия к Кабмину. А если партия Аласании покинет коалицию и фракцию мечты, то фракция окажется в парламентском меньшинстве. Это может не только вызвать политический кризис, но и приведет к досрочным парламентским выборам в Грузии. Следует отметить, что несколько часов назад премьер-министр страны Иракли Гарибашвили на официальном брифинге обвинил партию Аласания в саботаже. Демонстративный уход с постов членов Кабмина ставит под угрозу государство и похоже на саботаж. Антигосударственными заявлениями создается угроза нашей государственности, европейскому выбору нашей страны. Наше правительство стоит на европейском пути, и этот курс непоколебим.